звать Виталя. Работу называли производством мебели, матрасов, подушек. Я работаю в цеху матрасов. Работа на 90% механизированная. И есть работа на электровузках. Проживаем тут же недалеко сразу от завода. Двухместный номер, вот у меня супруга, двухместный номер, в комнате туалет, душевая кабинка. Есть номера и 4-6-местные, кухни есть, то есть для проживания все есть. Наши координаторы, или как правильно сказать, относятся к нам нормально, то есть без проблем, никаких нареканий нет. Так что приглашаем, можете приезжать работать. Вот супруга. Добрый день, меня зовут Оксана. Працюю в цеху матрасів, надіваю на матрасники. На матрасах робота не є тяжка, все роблять машини, а люди тільки допомагають, щоб все було рівно добре. Робота хороша, подобається, працюємо по 12 годин, по 8. Зарплата хороша, все подобається.